танцами. Настроение прекрасно. Шутки. Проснюсь, стопудово будет захождение. Азарство, азарство, азарство. Кожа да кости. Загробный мир. Привет. Если ты думаешь, что я сейчас расскажу про обычный концерт обычного стема, то ты ошибаешься сильнее, чем я, когда думала, что перекраситься из рыжего будет классной идеей. Но на самом деле сегодня выступает целых 4 факультета. Пошли скорее посмотрим, что они сегодня подготовили. Я сегодня исполняю прекрасную роль, прекрасной шуга-мами. Ладно, на самом деле я просто бабка. Меня вчера перед генпрогоном, реально я врезался в трамвай, получил сотряс и сильно ушиб колено. У тебя сейчас сотряс, и ты выступаешь сегодня на студвесне? Да. Как Хосе читает рэп, я ждал этого 2 года. А на каком языке рэп? На каком захочешь. Хосе умеет на всех языках. Where the drinks at? No Bacardi's. Can they blow the roof off this party? Ты сам написал этот рэп? Вот это да. А ты можешь перевести, что значит то, что ты сейчас сказал? Нет. Жесть! Это страшно, я испугалась, мне плохо. А какие факультеты помимо физпоса еще сегодня? СТФ, АФ, ФД. А почему нет ПГС? Исторически сложилось. А как думаешь, им обидно? Да нет, нет, не обидно, не может быть обидно, нет. Кем ты будешь после того, как выпустишься из универа? Архитектором. А кем ты хочешь быть на самом деле? Вот так всего за пару минут и побывал на студвесне самого большого стема в Самарском политехе. Ребята выступили просто огонь. А чтобы не пропустить бэки с других концертов, подписывайся на нашу группу ВК, на нашу инсту. И до встречи в следующих видео. It's all about humanity.